В Орске утром 28 апреля на улице Вяземской произошло ДТП. Мужчина, недавно получивший права, двигался на авто с легковым прицепом и без знака начинающий водитель. Сбил 78-летнего пенсионера, который переходил дорогу. Пешехода госпитализировали, водитель задержан. Уважаемые водители, помните, что автомобиль является источником повышенной опасности. Каждая ошибка, допущенная даже не вами, может обернуться большим горем. Управляя транспортным средством, нужно с такой скоростью, чтобы обеспечивать постоянный контроль за дорожной обстановкой. Ведь дети и пенсионеры в силу своих психофизиологических особенностей не всегда могут дать верную оценку ситуации, в результате чего спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ГИБДД уведомляют начинающих водителей о том, что необходимо быть максимально бдительными на дороге. Товарищ водитель, что готовы дорожно-транспортное происшествие? Арчане, будьте аккуратны за рулем и вблизи проезжей части, если вы пешеход.